Волга. С давних времен здесь селились люди. Ставили избы, ловили осетров. Река кормила и позволяла жить. Здесь возникали города. Здесь и стоял наш Ставрополь. Город, так не похожий на современный Тольятти. Августа 1950 года было опубликовано постановление Совета министров СССР о строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на Волге в районе Ставрополя. Это решение стало поворотным в его судьбе. Вот как описывает встречу с городом Иван Васильевич Камзин, назначенный начальником строительства Куйбышевской ГЭС. Ставрополь. С высоты он был виден, как на ладони. Это скорее село, чем город. Правда, большое село. В лучах заходящего солнца поблескивали луковки двух церквей. Несколько белых каменных зданий в центре. Остальные строения деревянные, приземистые, почерневшие от времени. Что украшает город? Так это сосновый бор на самом берегу Волги. Деревья и дома смотрятся в воду точно в зеркало. Широкие песчаные улицы делили город на прямоугольные участки. Деревянные и редкие каменные дома выстраивались фасадами по краям. Такая регулярная планировка появилась здесь в начале XIX века. Ей предшествовала крепость 1737 года и полвека так называемой свободной живописной планировки – этапы развития европейского города. Регулярная планировка сохранилась и в советское время. Множество сараев, курятников, бань и других построек выдавали деревенский характер его жителей. Огороды занимали почти четверть города. Каждый дождь превращал немощенные улицы в непроходимые. А за пыль, поднимаемую ветром, город называли Ставропыль. Среди деревянных построек в городе были удивительно красивые, построенные с душой дома. Их строили еще на рубеже 20 века местные купцы, соревнуясь между собой в роскоши. Украшенные прорезной резьбой их фасады говорили о богатстве их хозяев. В этих орнаментах веками складывались сакральные идеи народа, оберегавшие дом и семью. Мастера не работали исключительно ради эстетики. Языческие, природные знаки возникали только по специальным схемам, притягивая в дома достаток, любовь и уважение. Знаки размещали на самых значимых частях жилища. Древо жизни на фронтоне дома. Стилизованные драконы оберегали окна. Резьба на причелинах работала на достаток, на урожай. Сегодня эти здания стоят в центральном районе Тольятти. Пока они живы, дух Ставрополя живет среди нас.
Но понятие «город» всегда отождествляется с капитальными каменными постройками. В Ставрополе их насчитывалось около полусотни. Культовые, жилые, социальные и образовательные здания. Последние были построены в конце XIX – начале XX века. Стиль их весьма эклектичен. Мотивы классицизма и псевдорусского стиля проглядывают в этих зданиях. Женская гимназия построена в русско-византийском стиле, распространенном в середине XIX века в столицах. Центр города четко определен. Здесь возвышался Троицкий собор с колокольней, символы старого Ставрополя. Ведь с греческого «Ставрополь» означает «город Святого Креста». Его первой градообразующей задачей являлось быть православной столицей крещенных калмыков. И собор в городе являлся идеологическим центром. За всю историю он неоднократно перестраивался. Дошедший до советского периода крестово-купольный храм был построен в 1813 году. Его палладианский стиль, передовой в то время в Европе, говорит о понимании властью значения архитектуры для города в XIX веке. Колокольню построили позднее, уже в классическом стиле, по проекту симбирского архитектора Лизагуба. Зимой в ее теплом притворе проходили службы. Троицкий собор был не единственный в городе. Были и другие храмы, несущие идею православного города. Но в советское время государство насаждало другую веру. Так Успенская церковь на Посадской улице превратилась в клуб. Архитектуру пытались приспособить под новое время. Власть хотела очистить город от его градообразующих духовных корней. Новая идея о всеобщем равенстве и светлом будущем пробивала себе дорогу. На Посадской работал «Буревестник» – городской кинотеатр. Там показывали новое, светлое социалистическое будущее. Разбужены степи, железо гремит, и чайка над морем землянским летит. Разбужены степи, железо гремит, и чайка над морем землянским летит. Но за пару десятков лет до революции Ставрополь пытался развиться в новом качестве. Здесь развернулся кумысо-лечебный курорт. Появилась и новая архитектура. Горожане строили дачи, их сдавали в наем отдыхающим. Недалеко от Ставрополя в 1911 году купец Климушин построил санаторий «Лесное», ставший известным на всю Россию. Классическое в плане здание вобрало в себя несколько стилевых направлений. От купеческого стиля на деревянных фронтонах до модерна в деталях центральной, капитальной части постройки. В 80-х годах прошлого века в Лесном случился пожар. Сегодня оно постепенно обретает свой новый облик. Отстроенное вновь,
здание является изящной импровизацией современного архитектора. Грандиозная стройка гидроузла должна была закончиться образованием водохранилища, главной причиной, по которой Ставрополь перестал существовать. Находясь ниже 53-й горизонтали, он попадал в зону затопления. Его решено было перенести на новое место. Какую же архитектуру возводили на самом гидроузле? В строительстве было задействовано около 50 крупнейших строительных и монтажных организаций и десятки тысяч заключенных. Проектировал гидроузел Институт Гидропроект совместно с другими проектными организациями. Надо сказать, что архитектура сооружения гидроузла первоначально проектировалась очень помпезной. Это была очередная всесоюзная ударная сталинская стройка. Не только объемы работ, но и внешний вид сооружений должен был демонстрировать всему миру достижения советских строителей. Чугунные барельефы и арочные ниши предполагались на сооружениях гидроузла. На верхнем шлюзе должна была быть установлена 80-метровая декоративная колонна. Даже в газетных иллюстрациях того времени мелькают предполагаемые замыслы архитекторов. После выхода правительственного постановления об удешевлении строительства, проекты жилых и промышленных зданий подверглись упрощению. Пафосные элементы декора, так присущие сталинскому классицизму, уходили в историю. Проект возвели в единой архитектуре простых монументальных форм крупного масштаба. Параллельно строительству шло обустройство рабочих поселков Портового, Комсомольского и Шлюзового. Переселение Ставрополя и окрестных сел, попадающих в зону затопления, началось весной 1953 года. Каменные здания и храмы не переносились, их разобрали или взорвали. Новому социалистическому городу символы прошлого были не нужны. Около 2500 деревянных домов переехали на новое место. В настоящее время они стоят в частном секторе центрального района. Вместе с ними переехало и название – Ставрополь. Осенью 1955 года последние дома вывезли из города. Все готовились к окончательному перекрытию Волги. Стройка гидроузла велась на обоих берегах. Тогда их разделял лишь небольшой участок реки. Окончательно Волга была перекрыта в ночь с 30 на 31 октября 1955 года. Это событие ознаменовало начало накопления воды и образование Куйбышевского водохранилища. Весной 1956 года место, где стоял старый Ставрополь, закрылось водой. Первый из 20 агрегатов ГЭС дал ток.
Великая стройка перешагнула свой главный рубеж. То, что мы сегодня называем старым городом, и есть появившийся тогда новый Ставрополь. Возникший на колхозных полях, город стал уже другим, с новыми зданиями, новой планировкой, представляющий собой молодой город эпохи социализма. Пройдет совсем немного времени, и в него войдут порт-поселок, Комсомольский и Шлюзовой. История каждого из них достойна отдельного рассказа.